Девелопер. Фух. И всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас прохождение на экстриме, тренировочка. За один день. Прикиньте, за один несчастный день. Мы будем проходить эту игру. Ну, грубо говоря, не за один день, а без смертей. То есть, не дать шкале, которая находится над моими глазами, потратиться, уменьшиться. Так. Это экстрим, ребята. Погнали. Тут все надо быстро делать. Фух. Это жесть, это жопа. Молоток, ёшкин кот. Расположение мне не понравилось. Фух, так, ждем. Обязательно вот так вот делаем, чтобы лучше первый. Отлично, второй. Погнали. Погнали, погнали. Так. Ревик. Погнали, быстрее! Спокойно. Ничего. Блин, падла, она здесь. Он быстро бегает, а он очень быстро бегает. Так, хорошо. Револьвер, что? Ёшкин, ты уже здесь. Эй, бля! Эй! Ха! Ничего себе, уйди, жирный. Так. Открываем. Идите сюда. Два даун. Бля, а это ты откуда взялся? Пипец. Идите сюда вдвоем. Вдвоем, я сказал, вдвоем. Где второй? Второй, я сказал, это экстрим. Хорошо. Погнали за молотком. Погнали за молотком. Блин, я заскрипел! Я скрипанул! Бля, открывай, дебил. Фух, я спасся. Это экстрим. За один день. Пипец. Как это пройти, я не знаю. Но я проходил, но забыл. Это просто пипец. Так, первый пошел. Эй, что ты по кругу ходишь? Так, первый пошел на этаж. Наша задача это пойти в подвал. Так. Пока никого. Аккуратненько вытаскивать. Так. Бля, он меня нашел. Падла, это будет долго. Это очень долго будет. Дорогие друзья, я не знаю. Это будет жопа полная. Это будет очень долго. Пока он уйдет. Пока он придет. Пока он посрет. Пока там что-то это... Капец, это просто жесть, это полный кошмар, это капец. Ладно, я подожду и переключусь, для вас пройдет секунда, а для меня целая вечность. Давайте. Поехали. Никого. Валим. Бля! Сука, он там был. Блядь, это ужас. Я обосрался, я реально обосрался. Почти. Ну как, я имею в виду, я думал, я умру, блин. Сейчас. Это настолько сложно. Но я это проходил еще как-то. Миллион лет назад, это было год назад. Где вы, блядь? Где вы лазите? Я сказал, сюда иди. Даун. Второй даун здесь. Это пипец, это просто жесть, это кошмар. Скрипим. Бля, тут полы скрипят. Погнали. Так, у меня есть другая тактика. Некоторые блогеры прячутся там, но я не советую. Я открою здесь и спрячусь. Они вдвоем припрутся. Я сказала припрутся. Вдвоем, а не один. Эй, а второй? И второй здесь, все. И валим. Where are you, блядь? Where are you? Гомняю. Есть. Это уже не за один день, но хотя бы пройти его. Планочка. Так, хорошо. Пока идем вырубать свет. А, не, мы никуда не идем. Бля. Погнали. Они должны вдвоем прийти, я уверен. Есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мы не успеем. Восемь, девять.
10, 11, 12, быстрее, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. О нет! О, блин, ты уже здесь! А? Так, сбиваем. Перепрыгиваем. Есть. Есть. Так, хорошо. Фух. Лысый пошел туда. А я иду сюда. Так, часть от Резика. Там, блядь, открыто. Там никого нету? Никого. Отлично. Живем. Теперь нам нужно добраться до второго этажа. Вернее, нам нужно попасть на... А куда нам надо попасть? Фух, ладно. Так, первый. Первый, я сказал. Второй. Врубили свет, все, идем. Блин, тут скрипит. В яму. В яму. Отлично. Так, подъезжай. Подъехала, все, отлично. Самое сложное, это этот лазер. Это самое сложное. Я ненавижу лазеры. Так, этот подъехал. Сейчас будет жопа, я чувствую. Это будет, бля, там еще что-то лежит. Идемте. Аккуратно прыгнуть, аккуратно. Есть, фух. Не спешим. Бля, я не успел. Я не успел, ё-моё. Еще 3 часа будет ехать это. Бля, я поставил ее. Ладно, ждем, мы не спешим. Подъехала, отлично. Динамит, динамит, зачем он мне, зачем? Ну вот, ребят, ну поверьте, зачем он мне нужен? Не торопимся, подъезжаем. Встаем. Надо забрать. Так, погнали. Блять, как я упал? Я же шел нормально. Блять, у меня жизни нету. Извините за мат, но... Блять, тут я ради ручки. Мне молоток нахер не нужен, все. Это кошмар просто. Это экстрим. Я чуть не сдох. Я буквально спустился очень аккуратно, а он уже... Он, блядь, спотыкается у нас, этот дурак, а не герой главный. Это же дебил полный. Это полный дебил. А эти, что вы пришли сюда? Бля. Что вы смотрите? Мы два дурака. Мы два дурака. Мы хотим тебя долбануть палкой. Уходите отсюда. Мне вот интересно, а куда они пойдут? Ой, блядь. Так, они тут... Этот дебил. Так, тихо. Заметил. Что ты смотришь? Все. Ой, ребята, это будет долго. Это будет очень долго. Дебил. Надо отсюда выбраться, но если опять тот баг пойдет именно туда, я не знаю. Это очень сложно. Так. Тише. Этот ушел, да? Ушел. Так, тут никого. От Ревика. Отлично, часть от Ревика. Я не знаю, пройду или нет, но я, по крайней мере, тренируюсь. Так. Это жесть, это жопа. Вот эта фигня нам не нужна. Потому что вместо нее теперь вот это вот. Вот это вот, которую я держу в руке. Так, наша задача попасть на 3-й этаж хотя бы. Ну что, поехали. Блин, куда ты? Он у меня автоматически ходит. Так. Хорошо. Ждем. Эй!
Ау! Ау, я сказал! Где они? Так, я слышу, один идет сюда. И остановился. Они думают, что это находится в соседней комнате. Эти два дауна думают, что это... соседняя комната. Ну, придете? О, идут. Наконец-то. Первый. Второй. Есть. Экстрим, дорогие друзья. На третий этаж. Валим. Но перед этим я хочу прочекать здесь. Синий ключ. Лазер. Бля, надо было лом подобрать. Там же будут звуки этой. Камеры. Пипец. Бля, тут скрипит, пердит. Ревик. Кидаем это нахер. Прячемся. Есть. Эй. О, они зашли. Блядь, чё только один. Валим! Хорошо, живем. Блядь. Пипец. Это пипец. Я не знаю, что сказать. Это полная жопа. Но у меня есть план. Значит, идем сюда, мы обезвредили. Идем сюда. Не, я так неплохо прохожу, но если бы я вначале не затупил. Вот эта вот шестерня пригодится. Сейчас я спущусь на первый этаж, возьму лом, чтобы сломать эту ебучую камеру. Для этого мне надо дождаться, пока эти два придурка придут сюда. Так, они уже здесь. Хорошо-то. Блять, тут скрипит, пердит. Хорошо, есть. Ломик, 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 как здесь. Ну что, рискуем? Блять, оно упало не туда. Все, они, по идее, должны стопудняк сюда прийти. И таким образом мы должны свалить на третий этаж и сломать эту ебучую камеру. Наблюдение, чтобы бандитов не было. Потому что я, видите ли, нахуй бандит. Так, они там. Надо подобрать ревик. Бля, тут динамит, ну это хорошо. Теперь аккуратно идем. Но я не знаю, тут скрипит все. Пердит. Блять, скрипит, сука. Есть. Мы еще сюда вернемся. На данный момент нам лом не понадобится. Наша задача это найти код. Так, первый. А где второй? Это первый, а где второй? Бля, тут их было двое. Я просто не заметил. Тише. Так. Зеленый ключ. Код должен быть 3220. Нет, 3221. Нет? Ну, короче, тут код нужно догадываться. Это надо его найти. А я под стол же смогу спрятаться? Нет, бля, ну конечно. Так. Уа, бля! Он был в той комнате, ёбаный! Короче, всем спасибо, всем пока. Прохождение будет в следующий раз.